Всем привет! Ну, у нас, как вы видите, очередная распаковка, но это не я уже нашопилась. В общем, предисловие такое, что... Да, всем дорогие друзья. Предисловие такое, что я всыпляю в обед, значит, в рабочее время, в обед у Мары и звонок в дверь. И парень. Молодой парень, да. Я думаю, даже, может, он студент, наверное, на подработке. И он говорит мне что-то на норвежском. Я часть понимаю, часть нет. Я говорю, а на английском можешь говорить? В общем, он английский тоже не очень. Но мы поняли друг друга. Он спросил, владельцы мы ли дома? Я говорю, да. А, спросил, сколько мы платим за интернет? Я ему сказала, что около 900 крон. Он говорит, я хочу вам предложить отель Леонор дешевле 650 крон в месяц. Да. Я сразу набираю Сергея. В общем, они переговаривают, Сергей подъезжает, и мы принимаем решение поменять тариф. И вот нам почтой прислали новый роутер, да? Да, роутер, там два роутера. Роутер, да. И при том, что 650 крон в месяц плюс 3 месяца нам бесплатно в подарок дают. Подарок, да. Да, но, как он сказал сразу, правильно сказал, что через 12 месяцев тариф будет 690. Да. Но это 40 крон добавит. Даже с учетом этого добавления мы все равно экономим. Он сказал, что вы можете позвонить еще, и типа, да. Не надо поднимать цену, типа, можно, да, еще договориться. Да, вот, но эта цена только за интернет-телевидение нам не нужно. У нас на телевидении отдельная приставка, да, поэтому нам нужен только интернет. И вот с учетом того, что мы платим, оказывается, 930 крон в месяц, да, в год там уходит кругленькая сумма, там около 3000 крон экономия. Поэтому, если качество такое же, зачем платить больше, да? Да, и скоростной интернет, это 5G, кстати. Да, в общем... Будем пробовать тестить эту связь. Я думаю, что ничего не будет отличаться от предыдущей. Теперь нам нужно отказаться от предыдущей Altibox, да? Я уже отказался, да. Когда это тут? Надо время. Я вчера звонил им уже. Ага. Я позавчера звонил. Ага. Этого начальника не было. Тот другой работник поднял, сказал, все, зафиксировал мою это вот заявку. И как бы... Угу. Уже будут работать с этим, вот, да? Я хочу показать, что входит вот сюда. Вот такой Nokia. Вот новый. Nokia, да, какой-то вот. Рутер такой, это идет на... Вот это должно идти на... Не знаю, куда оно идти. Ну, сейчас у меня инструкция. Ну, почитаю. Где у нас стоит рутер, тогда и поставим. Да, вот этот идет внутренний. Угу, дальше. Он тебе же еще инструкцию, да, давал, как подключать? Да, да, да. Там все будет. Вот здесь инструкция вся, вот здесь вот. Вот, и... Потом, это потом. Давай и как дальше. Бы так. Дальше, что тут? Провода, еще раз провода. А, даже провода. Ну, это хорошо, что не надо покупать, блин. Провода, ну, вот эта вот стоянка вот встает. А где эти? Вот это купили. Вот провод. Антенна есть? Вот это. Нет, это вот эта антенна, и вот эта вот антенна вся есть. Нет. Да, сейчас, да. Окей, а вот здесь? Сейчас. Ты смотри, симка еще. Да, это тебе как телефон получит, телефонная связь получается. Да. И роутер от Nokia, да? Да. И вот это вот блок, это блок. Это блок к этому. Угу. Так, это одна пачка. Вторая пачка, это все. А, еще есть? Да. Тут еще. Вот еще. Вот это вот уже идет внутреннее. Вот это наружное. Да. А, это надо на улицу? Наружу, да, на улицу. А он надо дождя не намокнет? Не, он под крышей. Нет, ему ничего не будет. Чего он будет? А, чтобы ловить сигнал. Вот здесь. Да. Вот, и сам этот рутер уже внутренний, Wi-Fi, внутренний. Ну, вот это нам дали бесплатное пользование, правильно? Да, это бесплатно, конечно, это ничего не стоит. Потому что и так надо, как жена говорила, вот эту вот приставку, она туда вешать надо будет. Все понятно. А, да, вышли крючки. Да, вот всякие вот эти крючки, это вот. И провода. Это все внутреннее идет. Ну, ты, короче, примерно понимаешь, да? Да, все. У них интересно, у них не выезжает специалист, вот они присылают по почте. Да, сами. Да, дают инструкцию, сможет, это все легко и все. А если это бабушка с дедушкой, которые не понимают? Ну, тогда они просто говорят, что они же видят тоже. Они, наверное, приезжают сами, да? Да, приезжают сами, они же видят, что это. Ну, парень такой, я скажу, что очень такой шустрый. Я ему говорю, что муж на работе, дайте контакты, мы вам перезвоним. Ну, нам интересно, мы хотели бы, да, подешевле подключить. Он говорит, да, мы вашим соседям всем подключили.
Я, говорит, не могу вам дать контакты, вот нужно сейчас. То есть это такая акция, как бы, ну, это, знаете, sales skills, как говорится, навыки продаж, да. Вот сейчас, как горящий тур, надо продать. У него тоже, наверное, стоит план. И он говорит, что надо вот сейчас подключать, потом акции уже не будет, если вы позвоните там позже. И Сергей быстро прилетел, быстро они переговорили, и договор подписали электронно, да? Все, он там выслал на почту. Сообщение пришло, чтобы подтвердить. Все это так быстро, и без бумаги, без ничего. Да. Вот почта пришел, комплект для подключения. Да. Ну, пожелайте нам удачи. Я думаю, что мы не променяли шило на мыло. Да, посмотрим вот так. Если что, можем обратно вернуться к этому. Да, в принципе, мы ничего не теряем. Мы 3 месяца у нас бесплатно. Там даже если отказываться, мы будем месяц на все дела, все равно мы не теряем в деньгах. Да, в плюсе мы остаемся. Да. А я ему еще говорю, а если мы тебе еще клиентов приведем, еще нам дать скидку? Да. Куда он засмеялся, говорит, ну, он не решает это. Хотя все, конечно, решается. Да. Ну, в общем, будем подключаться. Как вам так, дорогие друзья? Да, это у нас был Altibox, а сейчас у нас Telia, да? Да, Telia будет. Вот, Telia. Вот эта вот сеть. Вот да, он. Вот эта сеть Telia. Кстати, вот казахстанцы, у нас такой значок у этого, да, у Kcell. Угу. Ну, все. Удачи. Уважаемые наши подписчики, я хотела у вас попросить совет. Вот мне подарили хризантемы вот такого вот вида. Я думаю, что это какой-то горшочный вид. Да. Кстати, очень... Она называется как ассорти, потому что разных цветов. И вот я думаю, их вообще можно сажать на улице? Или это чисто для домашнего устройства цветы? Если это для дома, может быть, мне их чуть-чуть рассадить? Потому что это слишком густо, что ли? Не знаю, и сколько они будут цвести так. Вот. Напишите, пожалуйста. Может, у вас есть такой опыт с этими хризантемами горшочными? Такие они классные. Здесь вот такие белые, розовые, желтые, фиолетовые. И еще совет хотела вас спросить. Вот за миокулькас я взяла листочек, чтобы себе посадить, рассадить, да? Я знаю, что его нужно в воде держать, и он пускает корни. Прошло уже 1,5 месяца. И вот 1,5 месяца здесь вообще нету даже намека на что-то. Вообще я поражена, что он такой живучий, да? Что он не завял, ничего. И здесь даже как будто только что сорвали его. Вот как? Его, может быть, сразу в землю посадить? Ну, я вот смотрела в интернете, что нужно в воде держать там, что оно до полугода. Я знаю, что это процесс не быстрый, я его не тороплю, но... Что-то вообще я не вижу ничего, корней не... Мне нравится это растение, замиокулькас, либо его еще называют долларовое, да, растение. Якобы, если оно будет дома расти, будут деньги, доллары. Ну, это я так утрирую. Я этот... Просто они такие зеленые, очень красивый цвет у них. И поливать их надо 1 раз в 2 недели. Это самое идеальное для меня. Потому что я всегда это забываю делать. То есть, наверное, они не очень такие прихотливые. Но, как оказалось, что его вот рассаживать... Что-то проблема какая-то. Я уверена, что вот у вас есть именно за миокулькасом, у вас точно есть опыт. Подскажите, пожалуйста, ждать и никуда не рыпаться? Или что-то нужно сделать? В такое место. Может быть, вы уже по... фону заднему, может быть, вы догадались уже. Кто проживает в Европе, в Норвегии, они, наверное, знают. Скажу, что когда я приехала в Казахстане, просто это не сильно так актуально. В общем, в Норвегии есть очень много таких магазинов. Называются они по-норвежски брюк-бутик. Это магазин, где продается товар, БУ-товар. То есть это может быть все. И одежда, и посуда, и спорт-товары. В общем, я не знаю, от иголки, наверное, начиная и заканчивая, не знаю, там, мебелью. Есть отдельно с мебелью магазины. И у них разная концепция. Например, в тот, в который мы сейчас приехали,
у них такая концепция, что ты можешь арендовать, вот у тебя накопился дома, да, допустим, какая-то одежда или еще что-то, и ты хочешь ее продать. Ты арендуешь полочку и выставляешь этот товар. И все это продается, и какая-то часть денег от продажи тебе поступает. Так, ну вот этот магазин называется Лёппе Супермаркет. Вот здесь такая концепция, что ты продаешь, и, допустим, товар стоит, там, не знаю, 40 крон, да, и часть ты отдаешь магазину за аренду, за... и часть остается тебе. Основная часть брюк-бутиков вот этих, есть концепция такая, что ты просто отдаешь бесплатно, хозяин магазина все это распродает, выплачивает налоги, выплачивает аренду и зарплату продавцам, и все, и больше ничего. Если что-то остается, то это остается, Так вот, если вот что-то остается, то идет на благотворительность. Большинство магазинов так устроены. Вообще, да, этот магазин больше, конечно, пользовался спросом у иммигрантов, беженцев, но потому, судя по тому, что вообще на парковке нет места, и судя по заполненности магазина, и местные норвежцы, они тоже потребители, да, то есть часто пользуются этими магазинами. Ну, во-первых, это экономия, во-вторых, это сохранение. Так, и не договорила, что-то с телефоном произошло. В общем, эта тема эко, да, она очень популярна в Норвегии. То есть использовать вещь несколько раз, не выбрасывать. И скажу вам, что, ну, норвежцы, они достаточно очень аккуратно пользуются вещами. И все, что продается, в очень хорошем состоянии. Плюс здесь можно найти еще одежду, или, ну, какой-то товар, сбирка. То есть он новый, он ни раз не использовался. И мы, кстати, часто на... как бы у нас получается напороться на такое, и мы покупали. Мы покупали вот качелю, она была совершенно новая, но уже по уцененке, да, можно так сказать. Ну, как вы видите, здесь вот продается все и вся. Вот такие вот сейчас пошли, а таких не было. Здесь и купальники, и летняя одежда. Сейчас пока летняя одежда. Ближе к осени, к зиме пойдет зимняя одежда. Вот, кстати, рюкзак Бэкман. Бэкман, я знаю, что это хороший бренд. Вот, пожалуйста. Но телефон я не знаю. Также еще я знаю, что есть, есть такие блогеры, которые прям из нас, Германии, с больших рынков тоже ведут блоги, где можно найти хорошую посуду. И не просто хорошую. Пошкун Пошлин, да, это вот наша фабрика здесь производит. Весь комплект идет. Весь комплект 1200 крон, да? 120 евро. Короче, легкая такая Пошкун Пошлин. Но я еще здесь видела посуду от Виллерой Бог. Кто знает, тот поймет. Это очень хороший бренд. Очень красивая посуда. И еще есть английская коллекция. Ух, я не могу вспомнить. Ну, в общем, Англия, да, производство тарелочки. Я очень на них охочусь, но я нахожу по одной, по две, по три штуки. Все. А мне бы хотелось взять, там, не знаю, 6-8 штук, да, такой наборчик. Вот, пожалуйста, телевизор у нас продается. ТВ, ну, он такой уже старый вес. Да, 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 да. Это же лампа. Лампа на телевизоре. Также здесь есть всякие формы для запекания, да, у нас. Мне такое не надо, у нас дома полно. Пожалуйста, вот здесь обувь, вся одежда. Можно на месте примерить. Есть и детская, и для взрослых одежда. Обувь опять, да? Ой, все.
пожалуйста, вот тарелочки 35 крон. Но диаметр, конечно, не такой, не десертный. Скорее всего. База такая прикольная. С кошечки. Ой-ой-ой, парой, значит. Мы с Тамарой ходим парой. Да. Нужно разбить. Так поставили. Допустим, пара стоит 50 крон, да? 5 евро. Рюкзаки актуальны. Есть рюкзаки школьные и для походов на хайкинг, там, в горы. Куда-то. Надо мне купить кружку, надо подошу купить сюда, неудобно выпить. А, да, потому что Умар разбил кружку Сергея, такую большую. Сергей любит большую кружку, чтобы там кофе заваривать, чай. И Умар уничтожил. Вот это, кажется, новое в этих брынки, да? Брынки, да? Да. Ну, в общем, я же говорю, от иголки до мебели. Можно здесь найти. Вот одежда для детей, вот таких маленьких совсем. Кстати, здесь еще игрушки детские тоже продаются. Вот, пожалуйста, что-то новое. Я вижу постельное белье. Кажется. А, нет, это гамак. А, нет, это чтобы тень создавать на террасе. Помнишь, я про него говорил? Отец. Так, пап, смотри, Умар может что-нибудь зацепить. О, чайник, кстати. За чайник. 59 крон, чайник. Так. Одежда, вешалки, люстры даже здесь есть. Еще есть отдельный магазин, там вот только мебель и посуда. Получится, если мы туда попадем, я покажу вам. Вот, пожалуйста, игрушки. Игрушки не сломаны, в хорошем состоянии, и для детей вполне, да, особенно когда в семье несколько детей, и очень, да, затратно покупать каждому игрушки. Хороший вариант покупить вот здесь. 35 крон, такая кружка. Большая кружка, отец, смотри, твоя. Вот. Ну, я не знаю. Что такое, вот такую кружку какую-то взять? Да кофе. Вот. Ну, вот это, ну, это, пап, это не для тебя, это женская. Это женская, да? Ну, да, она такая. Мне все равно какая цвета, главное, кружка включает. Ну, вот еще. Вон еще. Не, ну, ты же мужчина, тебе надо что-то мужское. Прикольная кружка. В общем, получается, вот видите, вы арендуете, вот, допустим, один отсек, вот так, да, здесь складываете обувь, здесь вешаете одежду, сюда тоже там посуда, игрушки, и все, и продаете. А, кстати, также в Норвегии есть сайт, где вы можете все это онлайн, да, вы заходите в fin.no, и онлайн можно выбирать, допустим, город, район, где вы живете, и смотрите, что продается БУ. Кстати, мне же горшок. Вот горшок для цветов нужен. Он квадратный. Я бы купила здесь, кстати, горшки для цветов. Можно взять по недорогой цене. Вот видите? Они вот вешают все. Выкладывают свой товар. Интересный такой комплект. Советский. Горошек, это у меня ассоциация с Советским Союзом. Это, кстати, прикольные эти тарелки, да? Ну, не знаю, прикольно, но зачем брать, если тебе не нравится, и ты не будешь этим пользоваться. Надо брать такое. Вот, пожалуйста, чайничек интересный, 80 крон. И к нему такие эти стаканчики маленькие. Термосы. Вот есть какая-то эта вафельница, наверное. А, нет. Типа кексы, наверное. Да, много здесь постницы есть. Не знаю,
Школьные игры по такой цене демократичной. Книжки детские, всякие эти рассказы Гарри Поттер. 6 называется. Так, я теперь охочу за горшками для цветка. Его уснул, да, умер? А, он может его выбросить где-нибудь, потом мы не найдем. Вот такой интересный. Вот за 30 крон я бы купила бы. Да, возьмем тогда. Не, ну за 50, сейчас я посмотрю. Пусть стоит, я, может быть, вернусь. Ну, 50 крон за БУ, можно купить новую за такую цену. В Икее они вообще по 30 крон новые.